Добро пожаловать в The X-Files, в секретные материалы. Продолжаем прохождение игры по мотивам сериала «Секретные материалы». Наши, в общем-то, агенты Фокс и Дана Скалли, Фокс Малдер и Дана Скалли, в общем-то, продолжают данное дело, которое мы начали в первом эпизоде. Это у нас дело было по городку Red Falls. Там мы расследовали серию убийств. И, в общем-то, если вкратце пересказать, наверное, сюжет, то, в общем, дело начиналось всего лишь нескольких убийств, а, в общем, пришло к тому, что там погиб целый город. Город был заражен неким вирусом, который был разработан в неком институте под названием Брейл что-то там. Вот, и мы завершили дело, то есть там, ну как завершили, как обычно в секретных материалах, в общем-то, все улики у нас из-под носа увели. Вот, и, в общем-то, мы начинаем прохождение второго эпизода. Что тут разглагольствовать? Проходить будем, наверное, опять же за Фокса Малдера. Хотя интересно здесь, как будет развиваться сюжет, если проходить за другого персонажа. Но мы, в общем, раз уж начали за Фокса в первом эпизоде, то и здесь продолжим за Фокса. И у нас второй эпизод «Резонанс». Малдер должен выйти на связь. Я не думаю, что он добьется успеха. Но это недопустимо. Абсолютно. Успех проекта зависит от жизни или смерти агента Малдера. Никому, да, там было сказано. Я просмотрел ваши отчеты. Несмотря на все старания пожарных, город Red Falls больше не существует. Агент Малдер, мне известно о вашей встрече с Алексом Крайчиком в лаборатории Брайан Лейк. Я также знаю о тех странных обстоятельствах, при которых артефакт, который, как он считал, имел внеземное происхождение, исчез из этой лаборатории. Этот артефакт обладал силой, способной возвращать жизнь умершим в радиусе 3 миль. Агент Скалли, вы упомянули о доказательствах существования токсина. Мы обнаружили ядовитое вещество, которое имеет отношение ко всем этим загадочным смертям в Колорадо. Мои люди обыскали руны Брайана Лейка, но, к сожалению, не обнаружили ничего ценного. Здание полностью уничтожено. Интересно, что они могли там найти после нашего визита? Разве что пуговицу от моего костюма. Агент Малдер, ваш сарказм неуместен. Тела трех жертв, убитых в этой местности, обстоятельства смерти, которых вы должны были исследовать, выведены оттуда. Мне удалось убедить начальство сохранить трупы. Хорошая новость. Да, возможно, это наш единственный шанс найти ключ к разгадке тайной гибели. Похоже, мне больше нечего сказать вам. Я опаздываю на совещание. Кстати, поскольку вы подверглись действию этого токсина, я хочу, чтобы вы убедились в том, что он не имеет никакого остаточного эффекта. Свяжитесь со мной, когда обследуете эти трупы. И, Малдер, я бы посоветовал вам на некоторое время отойти от этого дела. Ну все, в своем духе, Скиннер. Да, текст большой. Так, примечание для файла 7.98. Правда, которую я думал найти на Брайл Лейк, оказалась совсем чем-то таким, чего я никогда не испытывал. Я полагаю, что Алекс Крайчик запустил эту историю про колдовство, чтобы забанить меня в Red Falls. Я уверен, что он виновен в случайной смерти Фрэнка Хоторна. Несомненно, Крайчик помог Кэтлин и Мэнди Винслоу удрать Брайл Лейк. Он знал, что я найду путь на
Брайер Лейк и установлю связь с артефактом, который был бесспорно инопланетного происхождения. Какую выгоду он от этого получил? Вопрос. Так, ученые на Брайер Лейк имели в распоряжении планеты артефакт, источник энергии. Клоны, которые были изготовлены из зараженным вирусом генов Кэтлин и Мэнди Винслоу, оказались инструментами. Психическими инструментами для проникновения через внешнюю оболочку артефакта. Ученые считали это единственным возможным способом. Они никогда не думали о том, как удерживать энергию. Моя связь с артефактом такова, что вследствие того, что мне, что много лет назад я был заражен данным вирусом, вот этим, данный вирус, это имеется в виду вот эту жижу такую черную, файл 404 Тунгуска, открыло окно чему-то совершенно иному. Я имел с кем-то связь. Я видел какого-то человека, его голос ясно звучал в моем сознании. Интересно, так ли Кэтлин и Мэнди Винслоу испытывали свою психическую связь? Выпуск энергии артефакта, казалось, действовал как маяк. До этого появления я не могу объяснить, кто он и существует ли он на самом деле, но... Такие заявления о том, что это было побочное действие, вызванное токсинами, не могут перебить меня в том, что существ, которых я видел с инопланетным объектом, на самом деле не существуют. Вот он имел вот тех бородатых, с которыми мы сражались в конце прошлой серии. В то время как Red Falls сгорел дотла, а истина Брайер Лейк остался... А институт Брайер Лейк остался пуст. Наша последняя надежда на закодированный диск, который нашла Скалли и который сейчас раскодируют одинокие бандиты. Скиннер хочет, чтобы я участвовал тут до конца, но те, кто отдает приказы, вероятно, отвечают за прикрытие. Ну, то есть, типа, Скиннер хоть ему и говорил не лезть в это дело пока, но, типа, как-то, видимо, давал ему понять. Молдер, я все еще не могу понять, почему ты прячешь от Скиннера зашифрованный диск, который я обнаружил в Брайер Лейк. Он ведь оставил трупы, значит, он хочет помочь. Честно говоря, я не доверяю Скиннеру. Я очень хочу расшифровать этот диск и посмотреть, что там. Женщина, это так понятно, что, блин, нельзя этот диск отдавать Скиннеру. Что прикольно, блин, я никогда в таких ракурсах не видел комнату заместителя, или как там его, Уолтер Скиннер, да, по-моему. Там у них совещание идет, в котором сейчас вот этот курящий. О, это секретарь. The assistant director is in a meeting and won't be free for a few hours. Еще она сказала, что директор Скиннер... А, он директор? Директор Скиннер, в общем, на совещании и освободится ближайшие несколько часов. Так что пока можем погулять по нашему бюро. Это ж ФБР, да? Это ж прикольно. Ну, кстати, нельзя просматривать вот эти все фотографии. Закрыто. Так, кабинет Малдера, по-моему, где-то был в подвале. Его там туда закинули подальше от всех. То пока не пойдем. Там у нас лифт. Do you have a problem, agent? Нет у меня проблем. Thank you.
помню. Нет, спасибо. Я просто здесь прохожу и смотрю. Hey, gents. I just got new spectrophotometric plates in the Amityville house, and I gotta tell you, the light quantum proportions are freaky. Hey, stop by, check it out. Hey, we let the SCAG assign new chromatic values to the Zapruder footage. Beely Plaza has never looked so good. По-моему, он поиздевался, да, над Мулдером. Так, хорошо. Да здесь у нас ничего такого важного нету. Просто было интересно пройтись по этажу. Тоже закрыто, да? Здесь все закрыто, блин. Agent Mulder? Agent Scully? I understand your X-file in Colorado didn't end well. Что-то нет. Который там... For the sake of our civilians, you might want to conduct your future investigation from the safety of behind your desk. You're out of line, agent. We're working on a case here. Some of us actually plan on moving forward with our careers. Why is it you always seem to be running in place? I suggest you step away. Что-то они не привели даже здесь, блин. Но он похож, конечно, на этого, который там был у них такой. Их информатор такой был темнокожий. У них первый был информатор, это глубокая глотка, этот Deep Throat, который. А потом его пристрелили, и у него был другой информатор. Отправляемся вниз. Как раз вовремя. Привет, надеюсь, ты взломал этот диск. Это было непросто, никогда не видел подобного шифра. Но главная проблема заключалась в языке. Ты имеешь в виду язык программирования? Нет, говорю о простом языке. После того, как шифр был взломан, мы нашли тексты на русском. На русском? Это кирилличные символы, но после того, как мы пропустили текст через программу-переводчик, короче, проще будет показать им результат. Тунгусский. Сибирский лагерь — это там, где тебя держали. Там ты подхватил вирус. И это был не земной вирус, Скалли. Не стоит упускать эту очень важную деталь. Что ты еще знаешь о нем? Это был артефакт внеземного происхождения, найденный недавно на месте раскопок. Ты только подумай о значимости такой находки. В отчете также упоминается о возможных экспериментах, которые могли проводиться организацией под названием «Русбиотехнология». Она находится в другом месте? Здесь ничего об этом не говорится, но мы можем попытаться установить это. До встречи, вы отлично поработали. Русбиотехнология. Привет. Марида, это агент Фокс Малдер. Я не потревожил тебя этим звонком? Нет. Мне кажется, ты можешь помочь мне. Я надеюсь. Что именно тебе нужно, агент Малдер? Я вышлю тебе файл, я хочу, чтобы ты его прочитала. Если что, с меня выгорычу. Посмотрим. Чё он с этой Маридой связался? Блин, она что же какая-то скользкая. Она там работает где-то наверху. В верхних эшелонах. То есть она может даже, по-моему, приказы Скиннера отменять. Да блин. Так, диск данных показал, что инопланетный артефакт был первоначально раскопан в Тунгусском. Инопланетный источник энергии в непроницаемом скафандре был конфискован американскими специальными силами вскоре после того, как его нашли русские. В 1908... В 1908 Тунгуска была участком большого космического происшествия. Это раскопанный артефакт и есть часть этого происшествия. Предыдущий контакт с артефактом инопланетного происхождения, файл 622, оставил следы радиации, известной как КГР, космическая галактическая радиация. Радиации найдены только вне пределах нашей Солнечной системы. Если источник энергии был выпущен на Брейл Лейк, лучевая волна, возможно, была достаточно силой, чтобы
отравить и в конечном счете убить жителей Red Falls. Могла ли эта сила вращать к жизни, делать мертвого подобно живым? Хотя Скалли этого и не видела, ее исследование в этом году на берегу слоновой кости в Африке с доктором Бейренсом, файл 703, показывают очевидность того, что это действительно так. Я знаю, что инопланетный артефакт был вращен в Тунгуску, в Россию, как будто что-то внутри меня желает вернуться туда, чтобы открыть правду. Скалли переживает, что данные, возможно, подстроены кратчиком, но моя связь с артефактом бесспорна. Буду ждать Мариту Коварабис, блин, господи, в своей квартире. Она обеспечит помощь в Тунгуске. Ну, в том, чтобы добраться до Тунгуски. Почему он собирается ехать в Тунгуску, в Россию? Да, там, помню, была серия, где их там потом еще вместе с Крячиком забрали. Получены семечки. Да, по-моему, там что-то было. Я точно не уверен, но, по-моему, как раз Малдор бросил курить и перешел на семечки. Но это не факт. Что-то прикольно, можно прогуляться по его офису. Ну, вот самый плакат. Что вообще у нас есть? Семечки есть. Оригинальные семечки. Все натуральное. Может, у них что есть? Не, ничего. Мне кажется, это типа лечилки. Опять же, я не уверен, потому что не знаю, что там к чему. Так, ну ладно. Пойдем еще чуть-чуть, посмотрим, что у нас тут есть. Почему все закрыто, блин? Я даже ведь Марита выпустила Крэчика из тюрьмы, когда туда его Малдор запрятал. Она потом в итоге... Она, в общем, подчинялась этому курильщику, этому Смоки Мэну, или как его там, блин. Как его зовут-то этого, кто там постоянно табачил? Ладно, все, пошли, короче, нам надо домой идти, уже поздно. Где у нас здесь выход-то? Малдор чутка заблудился у себя в офисе. Это бывает. Так, где выход-то, ёлки-палки? А, во. Вроде офис там маленький. А я тут смотрел, кстати. Какая-то папка подозрительная. Слушай, по-моему, я опять не туда пришел. Да, это не то. Так, тихо. Тихо, давайте. Это сюда. А это что у нас куда? Так где выход-то, блин? А, вот выход-то. Прямо. Здесь надо просто прямо пройти было, блин. Я ж думал, все, блин, мы здесь сдохнем, короче, блин. Не, прикольно пройтись было по офису Малдора. О, квартира Фокса Малдора. Прикинь. Где лампа? У него здесь лампа была. Там лампа, и он там клеил крест на окно.
Да, там были коробки. Небольшая квартирка, надо сказать. Что, у него труба была, что ли? Что-нибудь могу взять? Там, по-моему, там семечки. Слушай, бери семечки. Что-то мы аптечку получили. Да, аптечку получили. Все-таки я не знаю, для чего нам тогда семечки. Так, вроде как больше здесь ничего у нас нету. Так, хорошо тогда. Тогда что нам нужно делать? Скали, что ты узнала? Что я узнала, Малдор, ты сам что-то скрываешь от меня. О чем ты? Ты кое-чем умолчаешь. Что ты здесь делаешь? Скали, я звоню Мариде Коварубиас, она сможет нам помочь. Малдор, ты дурак, неужели ты думаешь, что ей можно доверять? Скали, что с тобой случилось? Что со мной случилось? Ты что, доверяешь Мариде Коварубиас больше, чем мне? Что-то здесь не так, я хочу, чтобы ты... Расскажи, что тебе известно. Нет, семечками я на нее кинуть не могу. Ладно, тогда придется запинать ее, что ли. Слушай, надо что-то делать. Она пытается нас убить. Клон. Да давай ты ему, блин. По-моему, надо сюда драпать. Саманта? Что там? Я не понимаю, что происходит. Как будто я видел видение о моей сестре Саманте. Вообще, как я понимаю, он спит, наверное. Нахер. Вторая. 26-я, слушай, интересно. Сама-то сюда, да, у нас ушла? Его можно убить? Это слишком. Да отвали ты, блин. Кто там кричал-то, не понимаю. Блин, надо убегать, слушай.
ты бы мне еле удрал. Это седьмая. Какой-то психодел пошел. Ну так ранили. Да, у нас есть фонарик, и это неплохо. Где у нас был кабинет этого... А, о. Что, здесь нигде сохранки нету? Сейчас я еще гляну, там, может быть, там где-нибудь сохранка есть. А, блин. О, обезболивающее, надо взять. Да, ситуация что-то как-то не ахти. Ты знаешь, почему ты здесь? Этого не может быть. Я же сказал тебе держаться подальше от этого дела. Возьми пистолет. Зачем? Возьми пистолет, Малдер, и никому не доверяй, агент Малдер. Что я должен сделать? Убить его. Убей его, агент Малдер. Это же так просто. Откуда ты знаешь, что я нажму на курок? У тебя нет другого выбора, Фокс. Несмотря на всю мою силу, ты знаешь, что существует другая сила. Сила, которая должна быть уничтожена тобой. А теперь убей его. Давай, давай, давай. Да блин, сейчас нас убьет нахер так. Уж надо взять. Да беги ты, твою мать. А. Да блин, да что? Не, еще живем нормально. Такой психодел пошел. Ну это, короче, просто Малдер спит. Какие-то ключи подобрали. Использовали ключ скиннера, понятно. Патрон немного. Возвращайся, откуда пришел. Ты заложник дьявола. Да, так нехило Малдера. О. Да. Так, что у нас здесь такое? А, это сохранка, господи. Ага. Хорошо. Ладно. Привет, здоровяк, тебе уже лучше? Малдер, ты плохо выглядишь, ты заражен. Я хочу, чтобы ты лег в кровать.
Мы смогли установить прямую связь между русской технологией и загадкой инопланетян. Они и действовали по плану, разработанному пришельцами. Говоря в этом плане, я все еще не до конца уверен в том, что смерть Эдварда не была простым политическим убийством. Конечно, этот парень слишком много знал. Мы смогли отследить цифровые данные и найти их источник. Мы добрались до севера, где находится файл, датированный 1947 годом. Проект «Аврора». Вообще-то мы не должны были рассказать тебе об этом. Мы смогли найти ответы на все ваши вопросы. О таком мы даже не мечтали. Что такое Молдер? Тебе нужно лежать. Я должна сделать тебе укол. Молдер, you're sick. Let me do this. Молдер? Пошли-ка они нахрен. Это что за нахер? Это этот, который с бара, с этого. Да, слушай, отвалите. Блин, какая-то жесть творится. Нажимай давай. Слушай. Хотя ладно, терпимо. Короче, штрит не по-детски. Ты нашел меня. Это он о чем? Такой. А, это вот эти как раз и есть. Возьму-ка я автомат. Слушай, что-то мне страшно становится. Именно так я разговариваю с ангелами. Ангелами, которые присоединятся ко мне в судный день. Ты нашел меня. Подождите. Ты пришел назад через свое сознание, чтобы найти меня. Нельзя предотвратить возвращение ангелов. Ты и дьявол, который прислал тебя. Видите, как я могу создавать и как я могу уничтожать... Господа? Господа, я ничего не понимаю, что происходит. Мне бы, наверное, оттуда... Тихо. Откройте долбанную дверь-то. Да какого хрена ты? По-моему, их бесполезно убивать. По-моему, я сейчас сдохну.
Что тут делать-то? А, семечки полностью лечат. А как их убить-то? Ни хера не понимаю, как их убить. Что это? Что ты вела мне? Агент Малдер, ты обижаешь меня. Я же пытаюсь помочь тебе. Марида, откуда ты все это знаешь? Прочитав информацию, я поняла, что тебе угрожает опасность. Это так, во всем виноваты инопланетные артефакты, излучающие космическую радиацию, которая настолько сильна, что может убить нас. Я должен позвонить Скалли. Я обо всем позаботилась. Ты полетишь на российском транспортном самолете. Скалли, это Малдер. Слава богу, я должна встретиться с тобой как можно быстрее. Наша нервная система производит вещество, которое может понижать уровень токсина в крови. Благодаря тому, что мы были облучены радиацией, излучаемой инопланетным артефактом. Ты знаешь, но откуда? Со мной Марида Коварубиус, она сделала мне укол, чтобы инактивировать токсин. Скалли, с тобой все в порядке? Да, я успела как раз вовремя. А что там делает Марида Коварубиус? Я попросил ее помочь мне, она организовала мне поездку в Россию. У меня есть причины думать, что артефакт снова там. Но я не знаю, как долго он будет оставаться там. Малдер, со мной рядом находится представитель правительств. Они осведомлены о деятельности Росбиотехнологии. Ты хорошо подумал перед тем, как решиться лететь в Россию? Скалли, ты должна довериться мне. Узнай о Росбиотех как можно больше, а мне пора. Ну что ж, на этом и у нас, получается, заканчивается, как я понимаю, второй эпизод. Ну что ж, в общем-то, вот так вот у нас и заканчивается второй эпизод «Резонанс». В общем-то, он не очень большой получился. Наверное, уложится в одну серию. Вот, и, в общем-то, мы уже... По сюжету, получается, отправляемся в Тунгуску. В общем-то, Малдер отправляется в Россию пытаться найти данный артефакт. Ну, в общем-то, делать мы уже будем в следующей серии. Так что прощаемся с Малдером до следующей серии.